Спасибо, Владимир, за приглашение. Во-первых, хочу поздравить вас с окончанием очередного президентского, очень тяжелого, острого, я бы сказал, периода. А послание президента ежегодное – это всегда большой труд. Это работа очень-очень многих людей, согласитесь. Но все равно нагрузка ложится на президента, ему определять, каким должно быть послание. Мы заметили человеческую большую нотку этого послания. Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании. И особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании. Именно вот человек. Человек. Проблемы одинаковые, народонаселение, поэтому рождаемость, еще раз рождаемость. Мы примерно тоже обеспечиваем поддержку людям, многодетным особенно, это приоритет нашей стране, поэтому у нас это воспринято с одобрением.